Карем. Ульстрем. Коростелев. Коростелев классный матч провел против Адмирала. Причем в заявке значился 13-м нападающим. Но забросил победную шайбу в овертайме. Помог своей команде выиграть. Коростелев. Какой момент сейчас у него. И как же ловко разобрался он в этой ситуации. Бросок из-под ноги, но Толхима выручает. Вот за такие вещи мы и любим такие.